Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пищевого красителя желтого цвета. Мир 21 века украшен многочисленными красками. Днем мы наблюдаем красочные вывески и яркую неоновую продукцию магазинов. Заходя в кондитерскую лавку, мы видим радугу цветов на пирожных и тортах. Все это раскрашивается специальными красками, которые берут начало из натуральных пищевых красителей. Красители добываются из органических компонентов, которые не обрабатываются и не очищаются химическими ингредиентами. Все цвета и оттенки являются созданием самой природы, полностью натуральными. Свойства применения таковы. Мыловарение, когда вы варите мыло прозрачными слоями, красители сделают каждый слой прозрачным и яркого цвета. При окрашивании масок для волос шампуней и гелей для душа, чтобы придать товарный вид изделию. Также используют мигрирующие красители в производстве детской декоративной косметики. Для создания плотного цвета мыла ручной работы применяют краситель с белой мыльной основой. Также подойдет в производстве кремов для тела, бомбочек для ванн, если вам необходим сочный косметический препарат. Нетоксичный. Имеется розничная фасовка 10 мл и оптовый 1 литр. Широко применяют пищевые красители на мясокомбинате, молокозаводе и кондитерских фабриках, а также в ликероводочной промышленности. Вот такой бутылочке мы отправляем желтый пищевой краситель нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!